Всем привет! Сегодня у нас 5 экспериментов, связанных с Кока-Колой. Прошестив весь интернет, я еще ни разу не увидел, чтобы Кока-Колой стирали вещи. Так что давайте попробуем и посмотрим, что из этого получится. Погнали! Итак, берем Кока-Колу, открываем и выливаем в тазик. Я думаю, будет достаточно. Так, и первая вещь у нас белая кофточка. Пусть замачивается, и мы еще положим одну футболочку красненькую, тоже вместе с кофточкой постираем. Так, все, я думаю, будет достаточно. Теперь выжимаем. Теперь вешаем на сушилку. Ждем, когда наша одежда высохнет. Вот, друзья, наша одежда, которую мы постирали Кока-Колы, она ничем не отличается от той одежды, если бы мы постирали ее водой. Единственное, только что она имеет немного запах Кока-Колы. Если у вас включили воду и есть бутылка Кока-Колы 2-литровая, да, например, то смело можете постирать, и через сутки можете смело одевать эту одежду. Если вам понравилось это видео, то ставим палец вверх, подписываемся на мой канал, рекомендуем друзьям, и до новых встреч, пока!